Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ты удаляешься с Аризоны. Твои аккаунты к ебеням собачьим удаляются. Ребят. Твой IP к ебеням собачьим сносится. Он, пацаны, пишет, папа умер у него. За то, что ты имел доступ к любым логам. С вами Марас Шакур. За то, что ты взламывал аккаунт. За то, что ты пытался взломать чей-то аккаунт. Пап, сейчас я выпью. Ребят, вам пора узнать правду. Здорово, да ничего. Здорово, Ковалевский. Ничего, все нормально. Ребят, никакой квартиры у меня нету. Никаких денег у меня нету. Я в долгах на 20 тысяч долларов. Ангела Касада, который любит записывать тоже видосы, я лично даже отправлю в бан. Прощай. Марас Шакур плакал на стриме. И вы знаете, я не хочу его осудить или, знаете ли, одобрить его поступок. Я просто хочу сказать, что показ своих эмоций, выявление всего этого, это вполне нормально, когда ты плачешь, или когда ты кричишь, или когда ты делаешь еще что-то. Но если ты делаешь это искренне, если это действительно сидит в тебе, и ты хочешь вот это вот показать другим людям, это вполне нормально. Однако меня в данной ситуации удивило нечто другое. Это, во-первых, то, что он удалил стрим, на котором он, блядь, плакал, потому что у него умерла его, блядь, я не знаю, крестная там, или еще кто-то, в общем, сестра его мамы умерла. Я уж не хочу сказать о том, что скорее всего он с ней абсолютно не общался, и скорее всего в его жизни умирает кто-то в первый раз, блять, из родственников плюс-минус. Но я хочу сказать только одно: скорбь, блять, это дело интимное, это не должно выставляться на всеобщее обозрение и показываться, то ебать, у меня кто-то сдох, и я скорблю, посмотрите на меня, блять, господи. И то, что он там говорил, вот то, блять, это просто пиздец. Я смотрел это в записи уже. Многие люди это перезалили. Многие хорошие люди это перезалили, сука. И, блядь, не дай бог он кинет кому-то из них страйки. Хотя, скорее всего, он не сможет это сделать. Потому что, как он сам сказал, стрим-то он, блядь, удалил. Красава, Марас. Красава, блядь. И то есть, меня больше всего удивило, что он удалил стрим. И когда он начал все это рассказывать, он сказал, что, мужики, пусть это будет между нами, блять. Между нами, в интернете, на трансляции, которая доступна абсолютно всем пользователям интернета. Все могут зайти, все могут посмотреть, все могут высказать свое мнение по поводу всего, блять, этого. И просто, пиздец, больше всего меня раздражают вот эти вот моралфаги, блять, которые такие: ой, а если бы с тобой такое случилось, да в жизни, блять, у тебя умирает абсолютно, блять, большинство людей, с которыми ты так или иначе общался, или которые были твои родственниками, они рано или поздно умрут, раскрою тебе тайну, уебок, блять. Если по каждому дико много убиваться, то, блять, когда ты вообще будешь жить-то, сука? Я не хочу сказать, я не хочу как-то поглумиться над этим. Смерть — это абсолютно точно хуево, это настолько, блять, вот все это отвратительно, на все это смотреть, когда все люди плачут, все такие, блять. Но понимаете, просто вот тем, что ты говоришь это на стриме, тем, что ты это освещаешь, блять, человек это по итогу нахуй не вернуть. Я не понимаю, господи, серьезно, чуваки, серьезно, блять. Ой, а если бы с тобой такое произошло? Да, блять, это произойдет рано или поздно со всеми. И со мной такое случилось, да, но я не выставлял это на всеобщее обозрение. Я не говорил: ебать, у меня умер кто-то из родни, или ебать, у меня умер кто-то из друзей. Господи, блять, как же я скорблю. Скорбь, блять, это дело интимное. Когда ты выставляешь его на всеобщее обозрение, будь готов к тому, что многие, блять, раскритикуют твою позицию по поводу всего этого, блять. И также я сейчас раскритикую Мараса. Вы знаете, мне было бы абсолютно похуй, если бы, блять, я не знаю, так бы плакал какой-нибудь там Ангел Касады, Эмпайр, Лучек, Кейкняш, кто угодно, нормальные люди. Но тут я вспомнил, что это, сука, Марас Шакур, человек, в котором, блять, нету, наверное, ничего человечного, блять, нету никакой искренности, есть только ебаная фальшь и ебаная каждый раз, блять, возможность поднять лояльность своей аудитории. И, блять, очень хуёво, что Марас пытается поднять лояльность, блять, своей аудитории смертью, блять, близкого человека. Возможно,
человека, с которым он даже ни разу в жизни не общался, или даже забыл, когда в последний раз он с ним пересекался и так далее. Но это отвратительно. Господи, блять, Марас, насколько же ты жалкий уебан, сука. Мне было бы абсолютно похуй, если бы так же плакал, ну, практически любой другой человек, я бы ничего не сказал, потому что это дело лично человека. Но Марас выставил это на всеобщее обозрение, мне было бы абсолютно похуй, если бы он не сказал, что это, блять, это между нами, блять, не перезаливайте вот эти вот все штуки, если бы вот эти вот ебаные его хомяки не наставляли всем дизлайков и говорили: блять, да это было же между нами, Мараз же, блять, попросил, как ты, блять, можешь это делать? Вы что, серьезно, блять, чуваки, или что? Вы это нахуй серьезно? Я просто нахуй не понимаю. Пиздец, чуваки, блять, он сказал это в интернете, блять, на всеобщее обозрение. То, что сказано в интернете, оно остается навсегда в интернете. Даже если вы, блять, в личной переписке ВКонтакте кому-то, блять, свой член скинули, он остается, блядь, в интернете, без разницы, удалили вы его или, сука, нет. Абсолютно без разницы, блядь, я не хочу поглумиться над смертью, опять же говорю. Я не хочу кривить душой, показать из себя такого циника, блядь, который плевал на все стандарты морали, блядь, и просто вот, который является такой циничной мразью, нет. Я без проблем, я могу, блядь, вызывать сострадание к людям, которым я реально знал. Там какие-нибудь, я не знаю, выдающиеся, блядь, какие-нибудь деятели искусства, нахуй, или еще кто-то. Я могу сказать: да, действительно, жалко челнок, блядь, почему меня заставляют скорбить по человеку, которого я даже не знал? Почему Мараз скорбит по человеку, по которому он даже, блять, скорее всего, не слышал ничего последние несколько, сука, лет, блять? Сестра мамы, блять, а хули не брат двоюродного брата-то, Мараз? Ну что за хуйня ебаная? И я что, я один вижу вот эту вот попытку поднять ебаную лояльность аудитории на костях, сука? И если этот ролик принесет мне сколько-нибудь новых подписчиков, то я буду дико рад, что я, что, блять, мне достались подписчики на костях, абсолютно. Я делаю контент на костях других людей. Ужасно, блять. Ужас, господи, как же так можно, блять? Пиздец, пиздец. Я хочу выразить соболезнования семье Мараса Шакура, Александра Архипенко, за то, что у вас такой еблан, блять, сын, который выставил скорбь семьи, действительно, горе семьи на всеобщее, блять, обозрение детей из интернета. Это кромешный пиздец, блять. И я дико сожалею, что мать ебаного Мараса Шакура не одумалась и не сделала, сука, аборт. Ставьте дизлайки, блять, пишите свои комментарии, говорю: как ты посмел, блять, а если бы с тобой такое случилось? Мне похуй. Тупые ебаные дети. Если этот ролик соберет больше 100 просмотров, я уже буду, блять, рад. Потому что обычно мои ролики смотрят 100 таких, знаете, самых активных подписчиков. А если будет уже 100, больше 100 просмотров, то я буду знать, что это посмотрели уже и другие люди, блять. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я ухожу в бесконечную скорбь по человеку, которого я даже не знал. Всем спасибо. Всем пока. Если вы забыли, как выглядит лицо счастливого человека, я вам напомню.